Всем привет, друзья! Мы в Хорватии, отдыхаем, плюс рыбачим. Я сейчас взял две удочки, взял снасти. Сейчас вам на берегу расскажу, покажу. Ну, хочу с берега немножко порыбачить. Так что, пойдемте посмотрим, как это все будет выглядеть. Тут такая у нас шикарная, вообще шикарная бухта. Море заходит вообще вот сюда, видите, везде скалистые берега. И тем самым нам будет немножко проще найти себе место здесь среди отдыхающих и закинуть удочки. Вот такая у нас тропинка идет, лестница. Здесь заканчивается современная лестница и начинается такая старинная, не знаю какого века она. Вот такие вот ступени. Вот такая красота перед нами открывается. Очень красивое море, очень прозрачное, также очень соленое. Везде отдыхающие. Страны разные, ребята. В основном Хорватия. Потом у нас получается Польша. Словения. Словения, да? Да, Словения. Словения, да. Словения номера. Потом Австрии. С Австрии номера часто видим. С Чехии номера часто видим. По автомобилям судим, насколько здесь, сколько людей, друзья. Вот такая вот лестница спортивная вообще. Мне вот с моим пузом как раз... Само то, хотя бы два раза в день по ней бегать. Сегодня был я в этом, в соседней деревне. Забыл, как называется. Кстати, завтра в 6 утра туда едем. Завтра в 6 утра поедем. Там будет ждать меня рыболовное судно. Я буду садиться. И мы как раз пойдем немножко порыбачим, в том плане, что будет и погода хорошая, и все остальное. Так что так, сейчас мы спустились с этой большой лестницы и можно будет, я сейчас пойду вправо, они пойдут влево. Там место я нашел себе вправо неплохое. Здесь именно хочу порыбачить, потому что я здесь видел хорошую рыбку. И как бы неплохая такая затока. Буду пробовать. У местных рыбаков я сходил, спросил, какой вариант лучше. Мне все ответили, берем вот такую вот снасть. Именно простой поплывок. Грузило, чтоб поплывок стоял. И... Я был в двух рыболовных магазинах. На что же ловить лучше? И многие мне сказали, что вот именно осьминоги. Вот такие вот осьминоги. Я сейчас буду от них отрезать. Они как червячки, получается, будут висеть у меня на крючке. И буду закидывать. И как бы клюет якобы что-то. Буду пробовать. Я первый раз здесь на рыбалке, друзья. Но как бы буду пробовать такие все варианты. Говорят, что как бы неплохо ловится здесь рыбка в ладони, в районе ладони. Сейчас мы будем пробовать. Отрежем, получается, у нас вот такой вот кусок. Отрежем. И насадим на крючок его.
Крючок у нас, как обычно, уже запутался. Что у нас по-другому не бывает у нас. Либо одно, либо другое, короче. Ну. Вот такой вот поплывок 10 грамм. Грузило небольшое, которое будет держать. И насаживаем, я как понимаю, как червя. Я смотрел пару видео в интернете. Ну, посмотрим. Глубину сейчас я сделаю. Удочки я свои привез, катушки я свои привез. Как бы... Это моя Балтика. Морские все снасти. Сейчас посмотрим. Сделаю пока пару метров глубины. Ну и хватает. Все говорят на кальмара. Посмотрим. Червей никаких нету. Типа как у нас на Балтике. Ничего не такое не используют. Посмотрим. Не знаю, что там у нас. Нет, тут мелко. Тут мелко у нас. Тут у нас мелко. Вот там как раз нормально встала у нас глубина. Вот так и оставим. Вот тут специальное место такое для удилища якобы. Ну, посмотрим, как клюет. Одну удочку я поставил сейчас на поплывок. Сейчас пока стоит она. И сейчас я хотел бы немножко покидать спиннинг. Я взял вот такую вот тоже удочку с собой. Такая вот катушка. Такой вот вариант. Именно чисто спиннинговый. И я сегодня заезжал в Пулу, в магазин Хорватии, в рыболовный. Это надо все закрывать. Сейчас на улице 30 градусов, но у нас здесь, по крайней мере, тенек. Я вот нахожусь в такой вот шикарной заводе. Но тенек. И можно было вот, я вот таких два варианта купил. Именно с берега кидать. Я вот не вижу серебристый. Но вот такой вот вариант я нашел. Она у нас идет 21 грамм. И сейчас попробуем ее, друзья. Как она себя покажет именно в забросе. Потому что здесь местность каменистая. Здесь плохо то, что может она у нас делать, это просто зацепиться, оторваться. Чтобы этого не происходило, нам надо как можно чаще подтягивать.
Вот так вот. Такой вариант. Сейчас будем его тоже пробовать. Вот так вот у нас идет потихоньку. Двадцать один грамм спокойно заходит у нас. И мы подтягиваем. Ну хорошо она вообще себя действует. В принципе, вот эта вот малышка. Единственное, мне что-то поплывок до сих пор не нравится. В плане того, что мне кажется, сильно глубоко. Я ему 2 метра дал. Надо куда-то, мне кажется. Такой попробую. Вот с такой насадкой. Попробую сейчас. Там поклевка, кстати, идет на поплавке. Клюет поплавок, клюет.